По Канищу. Лепешки по 45 рублей. Цветы на кладбище. А мама уже куда-то делась с Сережей. Здесь, наверное, вход насквозь. Посмотрим. Студия Антон Кравченко. Здравствуйте. Да, они тут. Короче, зашли в эти белорусские продукты. Здесь такое большое количество колбас. Ну, мне вообще нравится белорусская продукция, поэтому здесь очень много всего. Конечно, цены такие совсем не пенсионные. Ну, типа же в России зарплаты хорошие. Поэтому мы только так вот смотрим с Сережкой и берем кусочек колбаски молочной, которая стоит 500 с чем-то рублей. Все на этом. И мы пошли. Хотя здесь продается и мясо свежее. И... Ну, конечно, оно, наверное, вряд ли белорусское. Еще сырое мясо вряд ли не привезут с Беларуси. Вот вкусы Беларуси. Раскиданы они по городу. Классные такие магазинчики. Где-то насквозь вход должен быть. Я не знаю, мы здесь с тобой не часто бывали. Может, где-то посередине. Коротко о ценах. 350. Мы были на базе. Там тоже такие классные помидоры есть, офигенные. 280. Это рынок. Да, здесь входы разные. По 220. Какие красивые мандаринчики. Яблоки в среднем по 120. Груши по 150. О, рыбный дом. Мы были на базе на Шабулина и купили копченую скумбрию, которую мы любим, по 550 рублей. Такая же скумбрия в магазине стоит 700-750. Поэтому поехали, купили картошечки. В общем, как-то так. Ух ты, здесь сколько цветов. Прямо цветочный рай. Бери, не хочу. Где рынок? Рынок? Написано, центральный рынок. Так заходишь. А рынок находится весь вокруг. А здесь посредине нифига. Здесь Пятерочка, смотри, здесь и Хмель. А, ну, в общем, я думала, что здесь заходишь внутрь рынка, и здесь и павильоны, лотки, все продают. Нет, павильоны все вокруг. Здесь какая-то помойка. И, в принципе, ничего нет. Вот немножко люди стоят и все. И там какие-то с одеждой. Больше ничего нет. Мы сюда приезжаем сходить в туалет. Не надо смеяться. Туалет стоит всего 10 рублей. Но у нас никогда нет в карманах мелочи, потому что мы не пользуемся деньгами. Для этого есть телефоны и карты. У меня такой вопрос. Я так люблю этот вопрос. Почему люди боятся сниматься? Я вас не снимала, но вы так попросили. Что, продаете, налоги не платите, да? Мне просто интересно. У меня налога не должно быть, у меня собственное свое. Ну прекрасно, а чего вы боитесь? Я никого не снимаю, но вы сами спросили. О, да вы... Я так люблю этот вопрос. Какой вопрос? А чего вы снимаете, а я не снимала. Ну, есть же надо... А я люблю цены на рынке. Я люблю людей, которые торгуют. Молодцы. Но когда скрываются, у меня, знаете, мысли возникают. Почему? Что-то они скрывают. Ну да, наворовали где-то и, наверное, торгуйте. Даже мысли такой не было, но вы сами все сказали. Смешные такие. Ой, удивляюсь я с людей. Главное, шла, вообще ее не снимала. Но мне так захотелось прямо ее показать. Вот такие тетки противные. Видите, нету этих. Ну, немножко. Что-то открыто, что-то закрыто. А вы куда хотите цветы? А. Ну, чтобы что-то живенькое было. Не, ну здесь нет. Короче, мы до конца не пошли. Там немножко есть отделов с одеждой. Прогулялись, посмотрели, узнали, что за рынок. И поедем сейчас дальше. А вообще погода сегодня располагает гулять. Сегодня 10 апреля уже 2024 года. И это Рязань, район Канищево. Бываем здесь редко. Хоть рынок посмотрели, какой он. Ой, бабки удивляют. Так и лезут в камеру, так и лезут. Вот коробка, 70, первая коробка. Вот это? Нет. Вот это? С той стороны, это 200, 150.
вижу. Ой, какие красивые ламандочки, смотрите. По 50 рублей они. Их можно взять штуки 3, поставить букетом. А что-то бледно. Ой, какие тоже вот красивые, они как настоящие. Все, по 100 рублей. Какие настоящие? Желтые? Вообще все. Красивые. Потом домой. Ну, как-нибудь выйдем. Смотришь, все чужое, ничего не знаешь. Вот такое. Но это не наш район, поэтому... Ой.